«Зоопатруль» – уникальный проект телеканала «Самара ГИС» и ветеринарного центра «Флагман Вет». Мы его лечили. Сейчас он идет на поправку и потихонечку набирает вес. Съемочная группа вместе с зоозащитниками выезжает туда, где бездомным животным требуется помощь. Я, услышав, уже ни спать, ни есть не могла, естественно. С работы на машину и за ним. Мы расскажем о том, в каком состоянии попадают на лечение собаки, преданные хозяевами. Надеюсь, ему найдется место. В нашей команде он встроится в ряды собак-инвалидов. Следующий выпуск 14 мая в 19:30.